have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Полетели исследовать Вашингтон, который в Колумбии. Понятно, у них там свои эти в аэропортах. Ну, то есть, когда нажимаешь на аэропорт, он его высвечивает на мировой карте. Прикольные, там свои обозначения. Полюбуйтесь рекой Потомак. Из окна национального аэропорта Рейгана. Тут, откуда открывается потрясающий вид на Пентагон и Белый дом. Почувствуйте мастерство и очарование управления столичным. В смысле мастерство и очарование управления столичным пейзажем? Кто это перевод? Блин, я ненавижу переводы, серьезно. Перевод — это такая лажа. Почему нельзя... Ладно. Продвинутый уровень, зона ограничения направления. Воздушные суда могут пролетать над районом только в определенном направлении. Направлять так, чтобы он пролетел в одну сторону с зеленой. В одну сторону с зеленой стороны на красную. С красной на зеленый нельзя, я понял. Очередной бред. И смотрите, какое направление. Как я должен это... Ладно, по крайней мере, у нас три полосы. Зона ожидания никакущая. Cleared for takeoff. Runway 15. Vector to destination. Можно сюда, пожалуйста? Спасибо. We are unable. Angle too steep. Unable, давай сюда. Runway 15. Cleared to land. А, там зона эта, иди сюда. С этой стороны зайдешь. Cleared for takeoff. Fly heading 095. Да, ребят, кстати, просили посмотреть, что будет, если направить самолет в ненужную точку. Сейчас мы это протестируем. Если вот этот сейчас не сядет, вот будет прям хреново. Сел? Съел! Cleared for takeoff. Runway 22. Cleared to land. Cannot comply. Angle too steep. Traffic. Traffic. Давайте мы его сейчас направим не в ту точку, посмотрим, что будет. По крайней мере, мы только начали. Если проиграем, это будет не страшно. Cannot comply. Angle too steep. Cleared for takeoff. Давайте желтого сюда направим. Fly heading 355. Vector to destination. Vector to waypoint. Vector to waypoint. Видите, он его показывает как waypoint. Unable. Angle too steep. Cleared to land. Runway 19. Так, синий сюда. Cleared for takeoff. Он не пролетит. Ну, типа, он... Fly heading 160. Разворачиваем его. Хорошо, в принципе. Блин, тут очень тесно, очень неудобно сделано. Вот это вот с Пентагоном, с Белым домом. Чувак, сюда не хочешь полететь? Охренеть, как я его неудачно-то запустил. Fly heading 080. Да, трафик. Разойдетесь. Fly heading 270. Fly heading 270. Так. Воздушное пространство. Давайте ускорение, потому что трындец как неудобно. Fly heading 265. Fly heading 010. Так, ты, дружище, сюда летишь, потом выйдешь себе спокойно на это. Runway 22, cleared for takeoff. 22. Cleared to land. Runway 22. Cleared for takeoff. Traffic. Собака! Застрял, блин, в петле. Vector to destination. Vector to destination. Не-не-не-не-не, в эту сторону. 130. Watch flight restriction.
Watch boundary, watch boundary. Да я... Traffic, traffic. Ты можешь, пожалуйста, не выходить? Развернись тут! Fly heading 335. Да, не, ну он же... Блин, а что мне делать с этим козлом? Ладно, давайте еще раз. Ну серьезно, он же не полностью вышел, там разворот был. В смысле Watch Boundary? В этом офигели, давайте заново. Ты, вообще все не так пошло в этот раз. И вот этот вот влет через Вашингтон, блин, он настолько кривой, блин, ну его нафиг. Короче, видите, ничего не случается, когда они летят в не свою точку, они просто, ну, как бы... не реагируют на эту точку, если это не их точка. Так что, с этой стороны... Runway 22, cleared to land. Не, облети немножко. Fly heading 125. И теперь приземляйся на эту полосу. Clear to land. Желтый. Cleared for takeoff. Runway tree. Главное, специально же взял этого ускорения разворота, чтобы не было такой фигни. И оно все равно там не успело развернуться. Это, в принципе, вообще печаль. Не знаю, с каждой новой картой... Это не новые ограничения, это какая-то новая тупость каждый раз появляется. И... бесит. Cleared for takeoff. Быстрее, 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 быстрее! Да ну нет же, ну они рас... Ну как, ну где, ну по... Ну они же расходятся, они же не столкнут... Ой, блин, заново, конечно. Почему? Зачем? Они же явно разошлись, видно было, что самолет уже... На полосе. Fly heading 025. И сюда. Cleared for takeoff. Fly heading 060. Сюда. Спасибо. Clear to land. Traffic. Runway 22. Traffic. Fly heading 150. Watch boundary. Watch boundary. Так, ну, блин, вы даете такую полосу, блин, что... Давайте оба сюда. Его неудобно, да, оно только стартует и моментально уже Watch Boundary и все, что хочешь. Тут нет места, расширьте немножечко. Ну так неинтересно играть. Это не челлендж, это не испытание, это просто неинтересно. Fly heading 165. Watch boundary, watch boundary. Vector to destination. Ну, сейчас немножечко расширили, спасибо. Вы просто не оставляете пространство для маневра, а потом такие... Ой, слушай, ты проиграл. Ну, спасибо, конечно. Посидишь еще в зоне ожидания, могу себе позволить еще один самолет в зоне ожидания. Вот, тем более сейчас вот этот сядет, я раньше его запульну налево и все. Мигай. Runway 33, cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Runway 04. Flight restriction. Fly heading 090. Vector to destination. Так, еще немножечко отдалили. Оно просто, я же говорю, находится так калечно. Вот эти вот ограничения сверху. Ну, это просто вот такой огромный куб, куда ты ничего не сделаешь. Оно оттуда ничего не летит, и оттуда ничего нет. Толку мне, что зеленые с той стороны, этим зеленым не пользуюсь нафиг. Cleared for takeoff. Cleared to land. Vector to destination. Не знаю, по-моему, когда делали эту игру, блин, там сели на коленке, сделали ее за 15 минут. Не продумано, ни хрен еще неудобно, не комфортно. Vector to destination. Ну, то есть оно ощущалось как прикольный челлендж, когда не было всего вот этого, не было тупых ограничений, не было ничего, просто летят самолеты, а ты должен ими распоряжаться. Ускорение, пожалуйста, блин. Cleared for takeoff, runway 22. Быстрее. Спасибо. Да ну нет же, ну они же даже не близко. Идите в жопу. Он, короче, когда взлетает, у него увеличивается этот кружок, и все. Ну,
Ну, вот, ну, это же нереально сейчас абсолютно было, то, что произошло. Он уже взлетел, он там не имеет никакого... Ай, блин, забейте. Кому это объясняю? Игра меня все равно не услышит. Вы и так все видите, так что, ну, в принципе, разница того, что происходит. Да... Да придурок, что ли, блин, зайди! Спасибо. Что тебе раньше мешало? Ты летел в том же направлении, тебе даже направление не изменил, блин. Cleared for takeoff. Не знаю, бесит сегодня. Ничего не могу поделать. Просто, ну, я немножечко в курсе, как это делается на самом деле, с какой скоростью взлетают самолеты в больших аэропортах, как это все происходит. Там, ну, расстояние между взлетами по времени, по временной шкале, ну, буквально там секунд 30-40. Вот, поэтому, если самолет уже находится в конце полосы, естественно, на полосу выруливает уже новый на взлет. Ну, так... А здесь такие цацы, короче. Вот там вот у них разница 2 километра друг между другом, но, блин, нет, ты не можешь... Короче... Vector to destination. Cleared to land. Посидите немножко в зоне ожидания. Эти три полосы, они максимально бесполезные, потому что, пользуясь одной, ты не можешь пользоваться больше ни одной другой. Они все соприкасаются, ты не можешь на другую полосу поставить самолет на взлет. Понимаете, в чем прикол? И вот оно село посередине, и все, и ты ему ничего больше не сделаешь, пока оно полностью не приземлится. Пошли нафиг. А ну, эти три полосы, они как одна полоса, только с тремя направлениями взлета или посадки. Но по сути они работают как одна. Они бесполезны, как мультиполоса. Vector to destination. Vector to destination. Так, дружище, сюда заходишь. Clear to land, runway 04. Cleared for takeoff. Этого придется вокруг вести. Зону ожидания давайте побольше. В смысле, нажмите, чтобы подтвердить, блин, твою... Да-да-да. По-моему, не было раньше этой фигни. Ты нажимал, выбирал и все. Да иди ж ты. Cleared for takeoff. Vector to destination. Traffic. Fly heading 270. Видите, я не могу отправить моментально на вторую полосу на посадку, потому что садится вот этот чувак. Clear to land. У него еще и посадка, может, не... Уйди с полосы нахрен! Вот, нет, ну это реально бесит. Он сел и занял с собой своей жопой три полосы. Runway 22, cleared for takeoff. Vector to destination. Cleared for takeoff. Runway 04. Vector to destination. Cleared for takeoff. Даже тебе. Vector to destination. Оранжевая точка поменялась неудобно. Ну ладно, хрен с ней. Runway 22, cleared for takeoff. Cleared to land, runway 33.
Fly heading 290. Fly heading 315. Не знаю, короче, пока что у меня это какой-то кумулятивный эффект, потому что демка мне очень сильно понравилась. Первые пару серий мне тоже понравились, с учетом того еще, что они вписали исторические факты и всякое такое. Но чем дальше мы играем, чем больше появляется вот этих вот тупых ограничений, которые никак... Типа, да, они усложняют игру, но есть усложнение игры, есть... Знаете, короче, как вот играешь какие-то игры, у тебя есть несколько уровней сложности. Первый уровень сложности, когда у тебя там, например, враги умнее и тебе становится сложнее, потому что там, например, по тебе один выстрел, и ты умер. Так же, как вот по врагам один выстрел, они умерли, по тебе один выстрел. Так, ускорение, пожалуйста. Вот, а бывает, как у ленивых разработчиков, когда тяжелый уровень сложности просто означает то, что ты во врага будешь стрелять там две обоймы для того, чтобы его убить. Вот, это единственное усложнение, просто что дольше враги убиваются и все. Вот, вот здесь какой-то такой, знаете, тупой уровень сложности, он делает игру сложнее, да, но при этом... Тебе становится менее интересно. Это не вызывает какой-то челлендж. О, вот это сложно, вот это я хотел бы пройти, сделать там, тут все-то нет. Оно... Успеешь. Пошел. Давай, скорей. Вот. Это такой уровень сложности, который тебя просто бесит и... Так, что это сейчас было? Cleared for takeoff. Runway 04. Switching to center, good day. Надо будет пересмотреть записи, пока я рассуждал. Я провтыкал что-то. Runway tree tree. Clear to land. Игра скучная. Смотрите так, мне интересно пройти дальше, но я не хочу, чтобы они дальше усложняли вот таким вот образом. Я хочу... Cleared for takeoff. Runway 04. Я хочу, чтобы интересно было. Vector to destination. Вот сейчас, когда оно вот настолько вот отдалило, стала более-менее играбельная эта карта. Когда у тебя аэропорт в центре, а не внизу вот тут вот находится. Watch flight restriction. Clear to land. Vector to waypoint. К тому же вот эти точки их можно использовать как waypoint. Ну хорошо, в принципе. Vector to destination. Clear for takeoff. Runway 15. Clear to land. Runway 04. Clear for takeoff. Runway tree tree. Flight restriction. Да я знаю. Clear for takeoff. Runway 04. Мне ни одной из этого не надо. Я не могу отказаться. Ну, давай путевую точку возьму. Vector to waypoint. Пусть так. Vector to destination. DCA approach, be advised. Directional restriction change. Northbound approved. Так, погоди. Изменение. Clear for takeoff. Runway 04. Fly heading. Изменение в обратную сторону. Отлично. Спасибо, блин. Ну, как бы, да, так лучше, но с другой стороны, теми другими изменениями, ну, типа, другими запретами, которые были до этого, я ими не пользовался ни разу. Да сядь ты уже скорее. Все, пошел.
Angle too steep. Unable. Angle too steep. Cleared to land. Ты придурок, блин. Cleared for takeoff. Cannot comply. Там можешь ты comply, поверни ты сюда. Vector to destination. Watch boundary, watch boundary. Cannot comply. Какого хрена? Cannot comply. Angle to fly heading 075. Cleared to land. Вы что, специально, как придурки какие-то? Watch boundary, watch boundary. Разлетаются, как сопли по стене. Сядь. Cleared to land. Runway 04. Сюда. Flight restriction. Сюда. Runway tree tree. Разворачивайся. Пошел. Да знаю, я знаю, заткнись. Vector to destination. Fly heading 090. Иди сюда. Fly heading 160. Cleared to land. Супер. Cleared for takeoff, runway 22. Пошел. Vector to destination. Clear to land. Runway 04. Хорошо, сейчас второй сядет, мы отсюда его запульнем. Clear to land. Cleared for takeoff. Хорошо. Нет, fly чувак. Heading 200. В очередь. Clear to land. Runway 04. Cleared for takeoff. Runway 04. Роза, он сможет пролететь здесь. Ускорение, пожалуйста. Fly heading 340. Runway 22, cleared to land. Fly heading tree 20. Fly heading 100. Vector to destination. Cleared for takeoff. Нет, стой! Стой, 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 стой! Уйди, уйди! Фух, блин! Я не заметил его там внизу, скотина. Vector to destination. Vector to destination. Clear to land. Runway 04. Ладно, 50 самолетов. Хорошо. Cleared for takeoff. Runway 15. Остались считаться теперь улетевшие, что ли? Ну-ка, подождите. Раньше, по-моему, только посадочные считались. Да, улетевшие тоже считаются, офига себе. Давай, чувак, на посадку. Cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Vector to destination. Fly heading 170. Не-не-не, подожди. Fly heading 110. Vector to destination. Слишком быстро он приближаться начал. Clear to land. Да почему ж такая траектория-то ублюдская? Runway tree tree. Cleared to land. Cleared for takeoff. Runway 04. Cleared for takeoff. Runway 04. Vector to destination. Unable. Angle too steep. Fly heading tree tree 5. Поверни angle. Cleared to land. Runway 19. Сел. Runway tree tree. Cleared for takeoff. Flight restriction. Cleared to land. Runway 04. Расширение.
cleared for takeoff. Vector to destination. Cleared for takeoff. Vector to destination. Cleared to land. Runway 19. Vector to destination. А у тебя рестрикшена тут не будет, ну-ка. Не, чувак, давай на эту полосу. Cleared to land. Runway 22. Runway 15 cleared for takeoff. О, это какой-то. А, не, это просто бизнес-джет типа. Fly heading 085. Elvish 123. Elvis. Vector to destination. Vector to destination. Да вы расходитесь. Fly heading 065. Elvish 123. Clear to land. Runway 04. Vector to destination. Как в море корабли просто. Cleared for takeoff. Vector to destination. Clear to land. Runway 22. Switching to center. Have a good day. Elvish 123. Я понял, просто с этого... Traffic on the runway. Ты что, дурак, что ли? Как? Cleared for takeoff. Я из-за тебя перепутал! Уйди! Fly heading 090. Твою же ж собака за ногу! Я из-за тебя перепутал точки, runway они вот так вот скачут. Fly heading 080. Да пошел в задницу. Vector to destination. Fly heading 030. Сейчас вот эти два придурка сядут. Vector to destination. Как бы ты вообще отбитый? Какого Fly черта? Heading 300. Runway 22 cleared to land. Fly heading 080. Runway 33 cleared for takeoff. Этому кольцо придется накидывать. Watch flight restriction. Runway 33 cleared to land. Ускорение. Нет, зона ожидания. Блин, а ты успеешь? Уйди, 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 уйди с полосы, уйди! Уйди нахрен! Фух! Vector to destination. Неужели они кого-то послушали, типа что? SCA approach, be advised. Directional restriction change. Southbound approved. Heading 220. Так, мне надо запускать самолет, иначе я тут сдохну. Runway 04. Быстрее! Traffic, traffic. Нет, они соприкоснутся все-таки. Трындец, вот этот самолет, вот этот аэропорт просто долбанутый, нафиг, не понравилось. Меню, поехали дальше, посмотрим следующий. Чэнду. Для Ванкувера нам нужно... Да уйди. Именно в Чэнду нам нужно. Зууу. Двойная ВПП. Поехали, посмотрим. Ну, вот, вот это, кстати, да, тут, короче, куча зон рестрикшена, но тут две нормальные полосы, которые не мешают друг другу. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Unable. Angle too steep. Ну, значит, с этой стороны. We are unable. Angle too steep. А с этой стороны я не могу ему сказать зайти. Fly heading 075. Cleared to land. А, офигенно! Fly heading 080. Это через restriction хочет ехать, unable, этот не может взять угол unable, на посадку. А какого фига? Watch flight restriction. Да, я понимаю, да. Fly heading 100. Clear to land. Runway 20 left. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Traffic. Vector to destination. Они там разойдутся крыльями-то вообще на посадку или нет? Или я сейчас проиграю опять из-за этого? Прикиньте, они сейчас не разойдутся из-за этой тупости.
Садись, делай меньше зону. Спасибо тебе огромное. Clear to land, runway 20 left. Cleared for takeoff. Надо им маневренность качать, потому что, ну, вот это бред какой-то. Vector to destination. Cleared for takeoff. Vector to destination. Unable. Angle too steep. Почему? Fly heading 095. We are unable. Angle. Понимаешь, ты не можешь назначить на нижнюю, вот чтобы он тут внизу. Watch flight restriction. Да, 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 watch flight restriction. Ага. Садись clear сюда, значит. Runway 20 left. Знаете, это искусственные вот эти вот дебильные ограничения, которые вообще ничем не оправданы, ничем не это. Vector to destination. Vector to destination. Аэропорт Синьцзин. Там другой аэропорт? Clear to land. Runway 20 left. Погоди, а трафика у нас не будет? Проблемы с трафиком? Traffic on the runway. Какой runway? Это вообще две полосы, не связанные друг с другом, идти в задницу. Vector to destination. Traffic. Fly heading 250. Ну, на нижнюю часть садись, на нижнюю. Вот, А, сюда angle нельзя, да, отлично. Unable. Angle too steep. Cannot comply. Angle too steep. Это просто где-то за гранью добра и зла. Нельзя так делать. Почему такие тупые ограничения? Ну, то есть, они вообще ничем не оправданы. Angle too steep. Runway 2 left, clear to land. Fly heading 085. Почему я не могу изначально выбрать, куда ему задать посадку, сверху или снизу, только когда меня автоматически перекинет на это? Ну, блин, ну какого же? We are unable. Angle too steep. Конечно же, angle too steep. Блин, ну... Я на самом деле из двух вот этих поигрулек сейчас, которые мы делаем по субботам, по воскресеньям, я это мини-моторвейс иду скорее отдыхать, потому что вот это мне немножечко подъехало. Ну, конечно же, angle too steep. Ну, то есть, чего я ожидал. Cannot comply. Angle too steep. Оно как будто специально unable, тебя вынуждает, чтобы ты вот на ту, на вторую его runway ставил, а туда нормально, да. Cleared for takeoff. Runway 2 left. Vector to destination. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Runway 2 left, clear to land. Traffic. Давай отвернем, да, давай. Вот если... Unable. А, вот я же говорю, если бы я мог бы сюда его посадить, но нет, блин, зачем? Cannot comply. Angle too steep. Ну получается же, придурок. Angle too steep. Runway 2 right. Cleared for takeoff. Игра специально тебя вынуждает делать определенные вещи, то есть она тебе вроде как говорит, на тебе выбор, сам делай. Но при этом игра такая говорит, а, чувак, ни хрена, я тебе не дам ничего самому делать, будешь делать только то, что я тебе скажу. А потом, ахахахаха, ты проиграл, мне надо было выбирать по-другому, а я не могу выбирать по-другому. Игра не разрешает выбирать по-другому. Ускорение давай. Видите, сюда он может развернуться, а сюда не может. Да ты придурок! Зачем ты такой разворот берешь?
Видишь, оказывается, можно развернуться по-человечески. Runway 2 left, cleared for takeoff. Я его не ставил, я не отпускал руку! Traffic, traffic. Я не отпускал мышь! Короче, ребят, я примерял, куда поставить самолет, мышь я не отпускал. Нам придется это перепроходить. Из-за бага. Офигенно. Я просто в захвате, что называется. Конечно, а сюда ты можешь. Ну вот, да. То есть, игра делает все, чтобы ты делал так, как она это хочет. Не так, как ты. Вот сюда? Или сюда? Сюда. Здесь он не получится. Видите, я не могу менять вручную вверх или вниз. Я не могу это... Когда я ставлю, куда мне считать, когда я считаю нужным, он говорит, ой, слушай, а так нельзя, тут разворот не получится у тебя. Короче, да. Runway 2 left, cleared for takeoff. Снизу зайди, развернись, блин, вот... Иди в жопу. Fly heading 230. We are unable. Angle too steep. Конечно же, angle too steep. Ну, с кем... Вот, выбери, ты уже пролетел, тебе нахрен не надо это. Вот сюда вот выбери. Angle too steep. Watch boundary, watch boundary. Идите в задницу. Серьезно, я вот... Прошлый уровень меня бесил, этот уровень просто нечеловечески вымораживает. Clear to land. Vector to destination. We are unable. Angle вот, вот серьезно, сюда он не может. Unable. Видите? То есть нормальный угол, сюда он не может. Здесь runway угол более left. Острый, но cleared сюда он land. Может сесть. Cleared for takeoff. Runway 2 left. Watch flight restriction. Да, да, да. Да, хорошо. Vector to destination. А сюда никак. Вот специально сделано так, чтобы ты этого не делал. У тебя разницы абсолютно никакой нету на угол, типа, на угол поворота, но сделано так, чтобы ты сделал только так, как хочет игра. Я бы это списал на то, что это китайский левел. Что типа Китай манипулирует людьми, но это происходит на каждой карте, поэтому... Runway 20 left, cleared for takeoff. Flight restriction. Да, конечно же, flight restriction, ну чувак, ну... Vector to destination. Fly heading 160. Fly heading 100. Clear to land. Runway 20 left. Traffic, traffic. Vector to destination. Ставишь вот так вот, он превращается в Ураборуса какого-то, серьезно. Runway 20 left. Clear to land. Cleared for takeoff. Ускорение давай. Интересно, я смогу добиться путем ускорения, чтобы они разворачивались по-человечески и садились на те полосы, куда мне надо? Или это все-таки настолько типа запрограммировано, чтобы я не мог это выбирать, как, что бы я ни делал? Cleared for takeoff. Vector to destination. Свали отсюда. Runway 2 left, clear to land. Watch flight restriction. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Flight restriction. Да ну почему? Зайди нормально, блин. Как... Зачем ты вот эти буквы S рисуешь? Кому они нахрен нужны? Ты же можешь сделать нормальный подход. Fly heading 080. Clear to land. Видите, туда сразу. Здесь? О! Здесь вот наконец-то можно. Че, блин, через костыли, через хрен знает как. Cleared for takeoff. Traffic. Traffic. Clear to land. Вы понимаете, имея такие ограничения сверху и снизу, насколько было бы более правильно сделать горизонтальные полосы для взлета и посадки? Cleared for takeoff. То есть, опять же, это не челлендж, это тупость. Это абсолютно нелогичная вещь. У тебя справа и слева нет никаких ограничений по полетам.
сверху и снизу есть ограничения. Как мы поставим полосы? Две вертикально, одну над другой вертикально. Ну, серьезно. Clear for takeoff. Runway 20 left. Успеет синий уйти или не успеет? Сейчас посмотрим. Vector to destination. Clear to land. Ну, раз оно не орет трафик, значит успеет. Runway 2 left. Cleared for takeoff. Так, нам нужно 40 вроде как. Давайте. Да пройдем эту карту. Vector to destination. Интересно, что там будет дальше. Ну, там, скорее всего, два аэропорта на уход. Вроде, посмотрим, какие. Авиастроительная группа Чэнду, Чэнду и аэропорт Цзиньцзинь. Clear for takeoff. Runway 2 right. Снизу зайди, чувак. Fly heading 270. Vector to destination. Воздушное пространство увеличьте мне, пожалуйста. Cannot comply. Angle too steep. Нет, ты зайдешь снизу. Идешь нахрен. Игра. Этот самолет сядет здесь. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Cleared to land. Vector to destination. Cleared to land. Мне нужно, чтобы они безопасно заходили с разных сторон, а не мешали друг другу посередине. Vector to destination. Нет, сюда, сверху заходишь на посадку. Vector to destination. Угу, хорошо. Летишь, пока не додумаешься, как правильно. Cleared for takeoff. Vector to destination. Vector to destination. И опять Ураборос, ну да? 120. Нет. Ну, лети дальше. Fly heading 090. We are unable. Angle too steep. Fly heading 075. Fly heading 225. Watch flight restriction. Clear for takeoff. Runway 20 left. Unable. Angle too steep. Cannot comply. Angle too steep. Watch flight restriction. Clear to land. Runway 20 right. Clear to destination. Очень маленькая зона ожидания. Идти дальше. Flight restriction. Unable. Angle too steep. Лети дальше. Cleared for takeoff. Fly heading 245. О, оказывается, можно. Vector to destination. Runway 2 left, clear to land. Воздушное пространство. Vector to destination. Clear to land. Успею. Cleared for takeoff. Успею. Runway 2 left. 33-34. Нормально. В этот раз вроде проходим. Vector to destination. Fly heading 280. Тут попробуем пройти. Возле, между Чэнду. Cleared for takeoff.
Traffic. Traffic. Flight restriction. Fly heading 290. Интересно, мне хватит маневренности вот тут пройти или нет? Flight to land. Чуть-чуть еще. Fly heading 285. Clear to land. Runway 20 right. Не-не-не, Fly не, heading чуть-чуть. 275. Ты идешь сюда. Unable. Angle too steep. Нет, ты enable, давай. Watch flight restrictions. Все. Да блин. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Unable. Angle too steep. Летим дальше. Traffic. Traffic. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Cannot comply. Angle too steep. Traffic. Flight restriction. О, тут оказывается сесть можно, прикинь. Cleared for takeoff. Runway 2 right, clear to land. Придурок, летим дальше. Vector to destination. Cleared for takeoff. Blue Whale 735. Синий кит. Traffic, traffic. Cleared to land. Нет, летим Flight дальше. Restriction. Ты сюда садишься. Ты, значит, летишь сюда. Пофиг. Cleared for takeoff. Runway 2 right. Блин, вы серьезно? Ладно, 43. Нужно подожди. Открыть. Следующее это 45. Я 2 не дошел? Вы издеваетесь? А, хорошо, все, все, игра, все, давай, иди, иди, успокойся, прими успокоительного. Да, ни Ванкувер, ни Цюрих не открыты. Я вас понял. Хорошо, ребят. У меня больше сил на это нет. Я сейчас пойду тоже немножечко что-то другое поделаю. К черту эту игру. Нет, я ее буду продолжать играть, но это будет уже на следующей неделе. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.